Даже вот замерзло. Смотрите, какой слой. Толстая решетка. Друзья, всем привет! 27 ноября. Кстати, сегодня у Санька день рождения. Но он в школе, ладно, позже позвоню. Короче, такая вот у нас погодка. Сегодня, может быть, будет солнце. Немножко. Короче. На улице минус 5. Буду заводить свою пахталку. Вот. В принципе, заведется, но долго раскручивается. Как вертолет. Пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр. Но в итоге запущу. Аккумулятор у меня хорошенький. Ладно, давайте запускаем. Погнали!
друзья, вторая телега догружается, еще два рулончика. И я заступаю на загрузку. Блин, сегодня на улице классно. Солнышко едва пробивается. Так, тускленько светит сквозь туман. Еще, видать, туман у нас. Снежок. Тепло. Минус 4 или минус 5 где-то. Не помню, машине сколько. Минус 5, да. Вот. Так что офигенно. Грузимся. Короче, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 штук загрузили. Еще 6, наверное. Вот, то есть 19, 20, 21 и наверх 4. 25 штук. Так, сейчас как раз будут подталкивать крайний. Вот этот рулончик. Будет телега качаться. Сам вам мне с нее не нырнуть. Вот. И я буду застегивать тот ряд. Второй ряд высоты. И первый ряд от края. Оп! Падает, зараза. Так, ладно, друзья, короче, я застегиваю, а то он сейчас так и будет сползать. Друзья, короче, все, застраховал. Первый ряд. Второй тоже натянутый. Все хорошо. Теперь так. Считать я считал, уже забыл, сколько еще кинули. Два, наверное, кинули. Это будет 21. Да. Закинули, короче, два рулона. Так, ну все, можно садиться, раздеваться, потому что а, вот еще один сюда. Так, это сейчас посчитаю. 9 внизу, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 штук загрузил. Пока что. Еще сейчас 4 наверх кину. Кинут, и я погнал. Все, друзья, едем. По башне потихоньку выползем. И втопим до 20 км в час. Вот это будет скорость. Вот это мы попрем. Забыл я термос.
туда-сюда, и можно двигать на обед. С обеда термосок я возьму все-таки. Чаек попивать. Погнали! Отцеплять!
которую варили. В прошлый раз я рулоном ее зацепил. Она отвалилась. Все. Разгрузились. Жмем на базу. Без 5:12. Как раз обед. Как раз обед. Обедаем мы сейчас дома. Вот. Потому что в столовой холодно. Вода замерзает. Воды нету. Своей скважины. Вода привозная, соответственно, за ночь замерзает. Но это больше мороки, чем работа. Поэтому обедаем дома. Соответственно, в поле тоже никого. Все мы с поля как раз приезжаем к обеду. Покушали и обратно. А сейчас в мастерских будем возиться тут прям. Не проблема. Вот так вот. Все, короче, погнали на обед. Все, друзья, пообедал. Гоним. Гоним, гоним, гоним.
крайне не потерял. Плохо он меня там застегивался. Так, друзья, короче, загружаюсь. На жопе ровно мне не сидится. Надо помыть полы. Тут вот, под ногами. Сейчас помоем. Там полироги потом беру. Короче, все. Все магнитится. Снег — это вода, но чем хорош снег, он как абразив работает и еще дает немножко воду. Сейчас трактор заведу, протоплю, и все эти мелкие частички снега растают и высохнут. Так, у меня где-то тряпочка была. Такая рабочая. Щетки нету, блин, жалко, у меня в комбайне, что ли, она. Вот тут вот неудобно. Друзья, все, короче, стартуем. Солнышко село, стало прохладненько. Чё, с отоплением перебоев у нас нету. Вот. Смотрите. Аж носочки радуются такому полу. Красота. Все блестит, все. Помните, да, кто смотрел мои весенние видосы? Весной у меня кондёр отказал. Без кондёра мы весной барновали.
Вот это было капец. Было реально жарко. Было очень пыльно. Но все же потом я все продул тщательно. Тщательно все отмыл. И состояние идеальное. Просто идеальное. Кто за моими видосиками следит, тот знает, что у меня в кабине практически всегда чистоганчик. И хорошо. Так, все, время ваше не отнимаю. Еду, разгружаюсь и возвращаюсь. Друзья, короче, все, последний рейс. На улице туман. Даже вот замерзло. Смотрите, какой слой. Толстая решетка. Беленькая такая. Сильный туман, смотрите, как фигарит. Короче, сейчас я отцепляю, разгружаюсь. Друзья, вот такое туманище. Сейчас у нас на улице. Лучи как бьют от фар. Видимость, я не знаю, метров, может быть, 30-40. Встал на улице попрохладнее уже. Солнце село. Короче, все, еду я домой. Сейчас отцепляю телегу и загоняю трактор. И отправляюсь домой. Давайте. Друзья, короче, все. Закончился на сегодня рабочий день. Время без 26. Загнал, отцепил телегу, загнал трактор. Минус 9 уже на улице. Не знаю, сколько будет завтра. Градусов 15, наверное. Завтра уже запускать трактор придется, вероятнее всего, подогреть картер минут 15 горелочкой. И уже запустить, потому что минус 10, минус 15 уже сложновато заводить. В принципе, и заведется, но масло холодное, лучше подогреть. Посмотрим, сколько будет завтра морозик. Вот, так что всем спасибо за просмотр, ставим лайки, комментируем. Всем пока, до следующей серии.